Привет, зритель! Сейчас будет охренительный сказ о том, как один совершенно очень несомненно умный человек скоммуниздил ролик мой на прошлое 9 мая 2019 года, который я как бы сама ваяла, сама снимала. Мне впервые в жизни с Ютуба пришло уведомление, что есть вот возможность, что ваш ролик кто-то скоммуниздил. Я посоветовалась с подругой, которая была в одном сообществе с этим товарищем, который под псевдонимом в ролике участвует. Я сейчас как бы покажу просто кусок этот. Я когда услышала это все, меня в такой шок пало. Короче, фрагмент с 18 минут 31 секунда, 31 минута, 53 секунда, длина практически моего ролика. Я никогда не думала, что такое возможно именно со мной. Тем более в одном городе, блин, живем. Но можно же было написать: Лёля, знаешь, можно я использую кусок твоего ролика, да, в своем ролике. Может, это считается, что если я в Угличе живу и делаю, то значит это общее достояние? Тема 58, Ivy Forever. Эта тема у меня на телефоне стоит. Я когда услышала эту тему, я думала, что может быть это какой-то глюк. Может это мне кто-то звонит, но телефон темный, блин. И это действительно мой ролик. Мое видео в чужом, типа стриме на 9 мая этого года. Я вообще в офигении, люди. Это вообще что такое нахрен? Я надеюсь, никто с подобным не сталкивается и не столкнется. И надеюсь, у меня такого, ну, мало ли. Но мне не впервые будут писать заявку тогда. Всем спасибо за просмотр.